Песков действительно напирает на то, что в Америке за пластиковый стаканчик в лоб полицейского сразу в ответ пуля в лоб. Это абсолютнейшая неправда. То есть, если вы опасный преступник, вас ловят, тогда да. Но на какой бы то ни было демонстрации, это абсолютно невозможно. Тем не менее, Россия свято верит в то, что вот именно такое положение дел в Америке. Но вообще, вот если даже следовать канве песковской мысли, то а кто, собственно говоря, мешает Кремлю? Вот кто мешает Кремлю создать такое же государство, как Соединенные Штаты Америки? С такой же социалкой, с такими же дорогами, с такими же финансами, медициной и с такой же полицией. С такой же полицией. Да, совершенно верно. Вот сделайте рубль по 66 долларов и стреляйте в лоб кому хотите, ребят, на самом деле. Есть социальные системы настолько комфортные для всех, что во имя их сохранения возможно логично стрельнуть. А есть социальные системы свирепой защиты, которых выглядит, в общем, несколько нелогично, потому что кого защищал тот ОМОНовец, который принял стаканчик?